Душанбе теперь только для избранных. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему некоторым таджикам рекомендуют не посещать Душанбе. Подписывайтесь на наше обновление, будете в курсе всех самых последних и важных событий. Сагдийская УГАИ рекомендует пассажирам и водителям, не прошедшим вакцинацию от коронавируса, воздержаться от поездки в Душанбе. Рекомендация за подписью начальника УГАИ МВД Таджикистана по Сагду Сухроба Курбаназода была отправлена 3 декабря в Худжанскую телерадиокомпанию. В объявлении напоминаются рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Таджикистана, в которых отмечается, что единственный способ предотвратить COVID-19 – это вакцинироваться и соблюдать правила гигиены в общественных местах. Хотя эпидемиологическая ситуация в стране считается управляемой, жителям необходимо соблюдать правила гигиены, чтобы предотвратить распространение болезни. Также для предотвращения распространения болезни водители и пассажиры, которые еще не были вакцинированы, должны временно воздержаться от поездки в Душанбе и РРП, говорится в нем. А как вы относитесь к такой ситуации? Ведь во многих странах мира люди бунтуют из-за того, что те, кто не имеет вакцинации, лишились многих прав. Не ждет ли это Таджикистан? Как вы думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Между тем, о том, какие меры будут приняты в отношении нарушителей, в рекомендации не говорится. Пресс-секретарь УГАИ Сагда Карим Джумаев сказал, что единственный способ предотвратить заражение людей — это привлечь их к вакцинации. Строгих ограничений на поездки для людей, не прошедших вакцинацию, нет пока, но лучше все-таки провакцинироваться, сказал он. Если водители и пассажиры не были вакцинированы, то они могут это сделать прямо на автовокзале Худжанд Душанбе. В противном случае лучше временно воздержаться от поездки. При этом он отметил, что эта рекомендация распространяется только на пассажиров и водителей, которые хотят поехать из Согда в Душанбе. В последние недели власти Сагдийской области предприняли шаги для скорейшего вовлечения населения в вакцинацию. В частности, в общеобразовательных школах и детских садах Худжанда учащиеся должны были принести копию свидетельства о вакцинации родителей. Власти заявляют, что к 2 декабря только 45% населения Сагдийской области были вакцинированы от COVID-19, несмотря на усилия по повышению осведомленности. Несколько дней в республике не регистрируют ни одного нового случая коронавируса. Более четверти жителей страны прошли полную вакцинацию. Ревакцинации в Таджикистане пока нет. Эту кампанию планируют начать, как только коллективный иммунитет превысит 60%. А почему нельзя ездить только в Душанбе, в других городах, что нет коронавируса? Как вы к этому относитесь? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!